айсі закрылые майвы птицы. Полюбной нити дочь мою, а коль найдете, передайте, что долго весточку я жду. Однажды утром на рассвете и кто-то постучал в окно, открыла дверь и увидала то долгожданное письмо. Открыла дверь и увидала то долгожданное письмо. Дрожащими она руками письмо с крылечка подняла, платочком слезы утирая, в избушку молча вновь зашла. Письмо читает, пишет дочка: прости меня, любимая, судьба злодейка нагадала, в тюрьму забросила меня, судьба злодейка нагадала, в тюрьму забросила меня. Про жизнь свою тебе, родная, мне так хотелось рассказать, мне не хотелось такой доли и все то горе распознать. Ведь у судьбы есть две дороги, ох, правая и левая, ох, если б мне вернуть все снова, другая жизнь была б тогда, ох, если б мне вернуть все снова, другая жизнь была б тогда. Как надоели мне бараки, моя душа летит домой, ты жди меня, моя дорогая, и вновь вернусь я в дом родной. Письмо читает мать-старушка, и слез не может удержать, и к радости своей избушке меня с надеждой будет ждать, и к радости своей избушке меня с надеждой будет ждать, меня с надеждой.